Здравствуйте! В эфире специальный выпуск программы «Республика». О главных новостях прямо сейчас в студии Ольга Алексеева. 28 апреля, по данным сайта «Чувашия без паники», в республике 541 случай заражения коронавирусной инфекцией, из которых 39 сегодня. 59 человек выздоровели, летальных исходов по-прежнему 8. COVID-19 зафиксировали на 3 крупных предприятиях республики. По данным Роспотребнадзора Чувашии, проверка выявила 1 больного и 50 контактных лиц на предприятии «Керамика». 1 случай заражения на Чапаевском заводе, 4 заразившихся и 14 контактных лиц на предприятии «Гипр-М» в Порецком районе. На всех предприятиях провели дезинфекцию, взяли анализ на коронавирус у сотрудников, контактировавших с заболевшими, сообщили в управлении. Предприятие «Керамика» по решению суда закрыли на 22 дня. В соответствии с указом главы Чувашской республики, они имели право работать, значит, в эти дни в условиях действующих ограничений, но при безусловном соблюдении мер, санитарно-гигиенических мер по противодействию распространению коронавирусной инфекции. По информации Роспотребнадзора, к ним была отправлена проверка, которая установила нарушения со стороны предприятий при исполнении этих мер. И в соответствии с полномочиями Роспотребнадзора их деятельность была ограничена, приостановлена. По информации имеющейся предприятия «Керамика», это постановление Роспотребнадзора обжаловало в судебном порядке. Но суд поддержал позицию Роспотребнадзора в той части, что необходимо устранить все необходимые нарушения для того, чтобы предприятие могло продолжить дальнейшую работу. И позиция министерства наша такова, что все предприятия, которые имеют право работать в условиях действующих ограничений, они имеют право работать при безусловном соблюдении всех санитарно-гигиенических мер. В период пандемии коронавируса их по праву можно назвать героями. Именно от врачей зависит, справится ли мир с новой инфекцией. Фельдшер подстанции скорой медицинской помощи Калининского района города Чебоксары рассказал нашей съемочной группе о том, как сейчас организована их работа. У нас на сегодняшний день присутствует на дежурстве 5 машин. Сложности работы, конечно же, это время, потому что мы едем в другие города Чувашской республики и также районы. Чтобы быстро туда доехать, нам нужна сплоченность нашей команды, особенно наш водитель, потому что многие пациенты там тяжелые, у них у многих подтвержден коронавирус, и у них тяжелая пневмония, которая дает острую дыхательную недостаточность. Почти 5 миллиардов рублей направили на финансирование объектов республиканской адресной инвестиционной программы. На эти средства построят и реконструируют школы, детские сады, культурные, спортивные объекты и медицинские учреждения. С чего начать, обсудили на совещании у врио главы Чувашии. В адресной инвестиционной программе на этот год 74 новых объекта. Финансируются такие направления, как переселение граждан из ветхого фонда, строительство объектов, обеспечивающей инфраструктуры. До конца года планируется завершить начатую ранее реконструкцию социально-культурных учреждений. Объекты, введенные в эксплуатацию в первом квартале, это 3 переходящих с прошлого года объекта дошкольных в районах республики. До конца 2020 года планируют завершить строительство и реконструкцию таких новых объектов, ввести их в эксплуатацию, как Чувашская государственная филармония после реконструкции, здание бюджетного учреждения «Городская детская больница номер 2», региональный центр по хоккею, детский сад на 110 мест в Новоюжном районе, общеобразовательная школа в селе Байгулово Козловского района, а также ряд футбольных полей в сельских районах Чувашской республики.
Всего в 2020 году ведется строительство 6 объектов, переходящих законтрактованных с 2019 года, и планируется начать строительство и реконструкцию 68 новых объектов. Свои коррективы вносит и сложившаяся эпидобстановка. Чтобы уложиться в срок, Олег Николаев призвал усилить контроль за подрядными организациями. Кроме того, необходимо провести все процедуры по 12 детским садам, чтобы выйти на аукционы. Особое внимание новой школе в микрорайоне «Университет». Очень много обращений лично ко мне идет по поводу вторых смен в школах, вот именно в этом микрорайоне. И мы здесь как раз уже можем вот этот процесс ускорить. То есть, говоря этот процесс, я имею в виду ликвидацию вторых смен. Если вовремя удастся проделать все необходимые мероприятия, школа новых возможностей будет готова принять 1500 юных жителей северо-западного района через год. В этом 1 сентября двери распахнут столичная школа в микрорайоне Новый город и средняя школа в селе Байгулово Козловского района. Наталья Мальчикова, Бахтияр Велиев, Республика. Формат прямых линий министерств и ведомств с жителями Чувашии был запущен по инициативе временно исполняющего обязанности главы республики и в условиях ограничений оказался очень востребованным. Минсельхоз Чувашии такие линии проводит еженедельно в разных муниципалитетах. Сегодня из Цивильского района. Не случайно сегодня с нами вместе Сергей Федорович, потому что мы на прямую линию с вами выходим из Цивильского района. Как и обещали в прошлый раз, потому что цивиляне были самыми активными, и вопросов от них было больше всего. Всего на платформах YouTube и ВКонтакте собралось около 500 зрителей. Формат прямых линий очень интересен и полезен для всех участников, отметил Артамонов. Он позволяет сэкономить время и в кратчайшие сроки разобраться с проблемными вопросами. В районах вовсю идет посевная, и с этим связано много переживаний. Вот тут Андрей Петров задает прям вопрос министру сельского хозяйства. Доброе утро, скоро ли лето, Сергей Евгеньевич? Вопрос очень интересный. К сожалению, все работы встали. Весенние полевые работы проводить не можем. Пока вроде как сроки позволяют, но уже опаздываем на 3-4 дня, если сравнить с прошлым годом. Будем надеяться, что в ближайшее время погода наладится. Еще один животрепещущий вопрос. Как быть в празднике? Разрешат ли выезды на приусадебные участки? И если да, то на каких условиях? Скоро майские праздники, и начнется сезон выездов на приусадебные личные хозяйства. Как можно будет осуществить эти выезды в условиях самоизоляции? Да, выезжать надо так же. Ограничений, все мы понимаем, нет для предприятий, для всех, кто занимается ведением личного подсобного хозяйства или приусадебного хозяйства, кто ездит на даче или сельхозпредприятий, ограничений нет ни для кого. Но, конечно, меры санитарные надо соблюдать. Подключались к эфиру и жители других регионов. Проект уже выходит за пределы республики, потому что у нас был звонок из Татарстана. Люди спрашивают о возможности инвестирования в хозяйство, в сельское хозяйство Чувашской республики. Вопросы, которые не были озвучены за эфирный час, обязательно будут рассмотрены в течение дня. А следующая прямая линия пройдет ровно через неделю уже в Канажском районе. Александр Соловьев, Игорь Зверев, Республика. В Кильдишевском сельском поселении Ядринского района реставрируют памятник павшим воинам. В годы Великой Отечественной войны из села ушли 575 человек. Каждый второй не вернулся. В честь их великого подвига был воздвигнут монумент, где сейчас ведутся активные ремонтные работы. Обустраивается прилегающая территория и заливается фундамент из бетона. Вокруг памятника будет выложена плитка. На левой его стороне установят 7 позолоченных панно с именами всех героев. Дорогу к памятнику выложат брусчаткой. Ремонтные работы проводятся за счет программы «Инициативное бюджетирование». Завершить планируют 5 мая. Это главные новости к этому часу. До встречи!